принесли ко мне один ноутбук. При загрузке Windows ноутбук постоянно отключился. Попробовал включить 100 раз, но постоянно сам выключался. Сначала подумал, что это из-за винды, пробовал переустановить Windows. Во время установки снова отключился ноутбук. Батарейка ноутбука не держит вообще зарядки. Пробовал снять аккумулятор. Не поверите, но это помогло. Ноутбук больше не отключается. Попробуйте, может и вам поможет.